Здравствуйте, компания Progress Auto снова с вами. Сегодня на обзоре мини-трактор Kubota Saturn X20. Полноприводный японский трактор, только-только с аукциона с Японии. Еще здесь в таможенных надписях. Полноприводный, четырехцилиндровый, как я уже сказал, 20-сильный мини-трактор. И сразу пройдемся по его техническому состоянию. Колеса имеют растрескивание. Это видно. Передние, в принципе, тоже. Вот, но это не критично. Почему? А вот тому, кто позвонит и спросит, почему, будет некий сюрприз. В принципе, состояние колес мы видим и трезво оцениваем. Фреза здесь на 1.5 метра. Посмотрим состояние ножей. Есть износ у ножей, вы все видите сами. Но такие ножи пришли у нас с Японии. Сама фреза на быстросъеме. Также имеется гидроцилиндр. Цилиндр. Соответственно, здесь имеются всевозможные гидронастройки, которые управляются вот с этого пульта. Здесь у нас управление фрезой. Это его опускание, поднимание, а также заглубление. Естественно, сдвоенный тормоз справа. Ножной газ, блокировка заднего дифференциала, балл отбора мощности идет скоростной. Здесь у нас располагается гидрокран, то есть при помощи закрывания и открывания данного крана можно настроить скорость поднимания и опускания фрезы. Также присутствует функция быстрого разворота, что очень удобно и практично. Здесь у нас трехступенчатая коробка передач. Также 3 передачи на раздатке, итого 9 передач вперед, 3 передачи назад. Как я уже сказал, трактор полноприводный, с помощью этого рычага можно подключать и отключать полнопривод. Наработка данного трактора составляет 568 моточасов. Трактор работает ровно, двигатель исправен полностью и проходит еще очень-очень долго. Если вовремя менять настройки, то можно показать. В принципе, прекрасно видно, что двигатели работают ровно, обороты поднимают и опускают тоже ровно. Вот такой вот мини-трактор появился у нас в продаже. Это Saturn Kubota, точнее Kubota Saturn X20. Кого заинтересовало, звоните по номеру 8-914-555-2030. Все расскажем, подскажем. Также с удовольствием ответим на ваши комментарии. Всем пока!